Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, с вами Крас, добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами продолжаем проходить игру «Почини это» или «Repair This». И в прошлой части, получается, разработчики писали мне в комментариях, что у меня были проблемы с разрешением экрана. И я вот хочу показать, смотрите, прикол в чем. У меня по стандарту ставится разрешение 1920 на 1080. У меня максимальное разрешение, оно 21 на 9 получается, то есть вот 4К. Но, естественно, в OBS-ке как бы 4К разрешение с таким форматом тяжело поставить, оно, ну, все не влезет, естественно говоря. Я ставлю 16 на 9, вот с таким разрешением я как бы всегда снимаю. И прикол в чем, как бы, то есть, так, сейчас уберу стримдеку. То есть, видите, визуально получается игра, она сейчас нормальная, то есть и рамки у меня появляются. Но как только я, короче, захожу в игру, я не знаю, может быть, уже, конечно, пофиксили, у меня разрешение снова становилось, по-моему, стандартным, которое там было изначально в настройках. И некоторые объекты просто у меня не вмещались в экран. То есть вот сейчас я потыркал, у меня нормально стало. А до этого, получается, у меня задники, они все, короче, отображались просто. И как бы игра в полноэкранном режиме все равно была. Не знаю почему. Но, в принципе, я думаю, ладно, как бы, может быть, это уже пофиксили, исправили. Единственное, я бы попросил добавить возможность оконного режима, потому что не всегда удобно растягивать, так скажем, игру весь экран, чтобы снимать на ютубчик или просто вообще даже играть. А в оконном удобно ее свернул, прибрал, оставил как бы открытую и нормально. Ну, это так, по крайней мере, моя просьба на будущее. Но, в целом, ладно, давайте продолжим. Так, Чон Баджон. Он. А, у меня язык-то русский стоит. А почему ты говоришь по-английски? У меня вчера такое лютое похмелье было. Руки тряслись. Так, доставщик давай заберем. Так, сегодня что, налоговый ходит. Хорошо, пробьем через кассу. Он, определи, что там сломалось. Давайте посмотрим, что сломалось. Модель S, дорогие, неисправен дисплей. Так, давай 3 часа, я тебе починю. Челика крутит, поэтому давайте дисплей сразу закажем. За час. Все, мы его заказали. Эти у нас ожидают, в принципе, ремонта. Давайте доступ посмотрим. Какие-то документы. Ёпта, какой-то Дракула пришел. Харитон Лукьянов. Привет, пацан. Мне понадобится твоя помощь. Телефон стал меня подводить. То выключится, то сам звонит, куда захочется. Глянь одним глазком, что там не так? Только давай недорого, а то и совсем на мели. Неисправна основная плата. Наличие у нас 0. Короче, если ты хочешь дешево, давай 24 часа, и я тебе его починю. Ты чего, это же так долго? Ну так, а что ты хотел? Быстро и дешево? Ну такого не бывает в мире. Боб Голубь. Так, подожди, я второй телефон не досмотрел. Это смешно, ладно. Какие-то качки. Это какой-то Тони Старк. Троллфейс. Мне кажется, тут, наверное, этот должен быть дикпик, но просто его, наверное, поменяли на картинку. А, привет, починить получилось? Да, забирай. Все. Пробиваем чек. Все отлично. И новая у нас оценка на 5 звезд. Курьер. Здесь мастерская по ремонту телефонов. У вас была заказана деталь. Ага, спасибо. Мы починим, получается, телефон. Давайте посмотрим, что у него тут. Чилит в ванной. Фоточка. И китик. Ну, миленько. Китики — это всегда миленько. Контакты какие-то. Но больше ничего, в принципе, интересного нет. Децибел Амбрузио. Я вернулась. Ведь починили? Да, забирай. Спасибо. Знаешь, ты можешь мне позвонить, если будет скучно. Хорошо, буду иметь в виду. Добавлена новая визитка. Можете использовать в конце дня. Первый мобильник весил почти 1 килограмм. Полезный факт. Новости. Ученые из Института интриги обнаружили кое-что интересненькое. Например, что интересно? О, что-нибудь Баджон пришел. Ну, дружище, получилось. Лучше поторопиться. Забирай. Все. Удачи, челик. Мне норм 3 звезды из-за того, что подскользнулся на крыльце. Но это нечестно. За что мне это? Я, что ли, на крыльце там, блядь, виноват? Здорово, тут фотик накрылся. Так, ну это, по-моему, было у нас. Это же старое сообщение, если я правильно помню. Сейчас за электричество. Давайте оплатим сразу. Ну все вроде нормально. Остальным мы все починили.
Я единственное не помню вот это. Тут фотик на крылся мобильки. Заключу после обеда. Мне кажется, это уже было. Давайте его просто удалим, чтобы оно мозги нам не елозило. Потому что я, честно говоря, реально не помню, было оно или нет. Угу, нам надо будет заработать 1750 для мечты. Ну, давайте копить. Как бы выбора у нас нет. Так, Мэрин Филлипс. Здравствуйте. Не могу зарядить телефон. Попал под дождичек. Может, просто в рис его надо положить. Ну, кстати, на самом деле, вот многие считали, что рис типа помогает, но на деле, как бы, нихера толку это не даст. Если телефон положить в рис, это не исправит его и не ваш обед. Ну, вот да, как бы, это вот реально такая херня. Не сломана панель, в наличии 0. Давай до завтра. Мне срочно дела, не могу ждать. Ну и пиздуй нахуй отсюда. Не нравится тебе, ну и уебывай. Как бы тут вариантов все равно нет. Опа. Чарли Мартинес. Здорово, братюнь. Я писал тебе сегодня. Блять, это он тут нам писал. Ёпа мать. А, так у меня есть. Ну за срочность давай вот так. Сейчас я тебе починю. Все, починили. Крест, телефон. Так, браслет. Пижамка его какая-то, блядь, или смокинг, хер пойми. А, я правильно помню. У нас на 7-м дне в прошлый раз, по-моему, зависло, когда мы пошли с какой-то девочкой гулять. И после этого у нас все потерялось. Детектив-робот, добрый день. Я детектив, помощник, поиск домашних собачек. А, Лариса, передай информацию о последних посещениях. Это что за Коннор пришел, блядь? Передаю данные. Ну ладно. Джессика Декольте. Ну здравствуй. Ой, привет, еле нашла сервис. Я такая растяпа, мне срочно нужна ваша помощь. Красил губы и забыла, что телефон в руке. Запуталась в пальцах и бац, мобилка на полу. Цело не имеет значения, главное быстро. Но у нее блестят серьги, значит мы думаем, что она, наверное, богатая. Поэтому давай так за 3 часа. Я тебе все сделаю. Исправный дисплей. Дисплей сразу мы заказываем. За час, все, отлично. Эй, привет. Вчера был концерт, все зарвались. Меня начали узнать на улице. Да-да-да, мы это проходили, тогда у нас зависло. Ну ладно, хотя бы события сейчас, в принципе, меняются. Неисправен дисплей. Давай тоже 3 часа. Тебе тоже починим вот за 3 часа. А то вы не хотите никто, я смотрю, тут сутки, блядь, ждать. Как бы, ну, любой другой адекватный сутки бы подождал и не запарился. Ну чё, братень, какие дела? Да забирай. Все, давай, удачи. В принципе, осталось только нам дождаться. Курьер, Степан, у вас доставка. Возьми. 7. Так, вот этот мы починим. Давайте посмотрим, что тут. Нихера себе каблук. Ёпта. Вот это фоточки появились. Раньше такого не было. Я не опоздал, у вас за доставка. Да вы запарились со своими чаевыми. Идите уже нахер, блять. Каждый второй меня чаевые просит. Что у нас здесь? Ага, ну тут она диджей, понятно. Нормально справились. В принципе, все быстро проходит у нас. Да и скоро закрываться нам. Успеет ли, интересно, остальные все принести? Ага, вот пришла. Привет, декольте. Телефон в порядке? Да, держи. Все, удачи. Экран поменяли, но вот сам сервис пришлось искать. 3 оценка. Да вы че гоните, что ли? Ты красавчик, спасибо, увидим. Все, покеда, удачи. Ах, суки. Мне нужны деньги, для тебя вопрос жизни и смерти. Гоните бабки сюда. За что мой монитор снова, блядь? Дать из кассы. Дать детали. У меня деталь-то там не было, пошел нахуй. Ну, пиздец. Сломали монитор. Добрый вечер. Что, ограбили? Не переживай, мы его поймаем. Да, ну и день, конечно, блять. Ограбили нас. Разбили нам монитор. Попали мы на 700 бачей. Детали дорогие, счета оплатили, чаевые дали. Но это вообще прям невыгодно. Так, ну давай, наверное, вот этой воспользуемся. Пойдем, возможно, трата 300. Ну, сходим. О, вот сейчас кнопки видны у меня, наконец. Сегодня у нас свидание с Луной. Чем ее удивить? Давай подарим цветы. Блять, у нее аллергия. Пришлось вызвать скорую помощь. Свидание было испорчено.
сука! Новое сообщение. От кого? Привет, рекламное агентство. Мы предлагаем увеличить продажи. Спам. Пошел нахер. Блять, ну мы испортились просто, все, свидание. Ну нахуй, ну как-то. В прошлый раз мы выбрали мороженое, все было нормально. Сейчас же просто пиздец. Ванек Штангиров, привет. Я раздвинул свой телефон, гантельку на него поставил. Не душен, такие, починишь за головастик? А, починишь его головастик, блять. Может быть, ты до завтра подождешь? Ну вот, давай, завтра тебе дисплей привезем. А что-то, подожди, там дисплей разве сломан? Да, да, дисплей сломал всего лишь. Ну, как бы вот. Адекватный чел завтра придет, сберет. И нормально. Интересно, сегодня будет налоговая ходить проверять нас, или мы можем нормально просто считать? Мужчине пришлось срочно вызвать спасателя, его супруг застрял в стиральной машине. Привет, у меня хорошие новости, мы задержали подозреваемых. Сможете опознать преступника? Да, вот этот был тип. Спасибо за сотрудничество. Я помню, что он вроде лысый был. Лиса Ким. Салют. Вручайте, у меня мобилка поломалась. Мой смартфон — это связь с группой Идолы и Фандомом. У них премьер-клип сегодня. Я обязан быть в курсе всех событий. Пожалуйста, пожалуйста. Угу. Смотри, я тебя починю, но 3 часа подождать придется. Так, нижняя плата. Ага, заказать за час. Все, нормально. Остается нам только ждать запчасти. Как бы этому качку, получается, принесут позже. Татьяна Капитальская. Здравствуйте. Что такое? Нам удалось расколоть преступника. Теперь он перестанет перед судом. Также нашли ваши деньги в тайнике. О, спасибо. У меня серьезная. Я работаю в крупной компании. Серьезная дамочка. В рабочем состоянии. Модель S. Давай. 3 часа, нижние. Ты пошла в жопу тогда, блядь. Не нравится ей. Не разбрасываться над деньгами. Ну, привет, за полчаса. Помощь. Не, чел, я больше к тебе спешить не буду. Ну и пошел нахер, блядь. Так, давайте посмотрим, что здесь. Какой-то пистолет странный. Носки, носки поменьше. Йога. Я вижу, что ты опять сделал покупку на Амазонке. Надеюсь, это было еще одно платье. Не еще одно платье для кота. Сможешь завтра за меня выйти на работу. Угу. Да, не очень, конечно. Ничего не умею. Ты просто отказалась платить бабки, блядь. Вот когда научишься людям платить достойно, вот тогда и будут тебе телефоны чинить. А то вот нашлись за гроши, блядь. Почини побыстрее и не это. Ёб твою мать. Дядь, посмотри, что с ним. Ты вроде умный парень, но пылесос совсем не заводится. Куда бензин заливать, не понимаю. На заправке не хотят помогать. Говорю мне, бабуля, покупай электровеник. Что теперь с этим делать? Блять, ну пиздец какой-то, честно говоря. Я ожидал всякое, но что мне принесут пылесос, ну это, конечно, жесть. Антон Шольц. Здорово, я только с курорт. Ну тут погодка у вас, мерзость. Мне тут на телефон водичка капнула, можешь глянуть? Ну давай до завтра, оставь модем М. Вот так тебе надо, получается. Ёпа мать, я настолько невнимательно смотрю, что я путаюсь. Нижняя плата. Угу, нижняя плата, заказываем, завтра пусть привезут. Ну и все, отлично. Так, я вернулась, могу забрать мобилку, было так одиноко. Все, удачки. Так, Мэдди Джонс. А вот у телефона чините, поменяйте мне стекло. Я перебирала вещи в сумке, вдруг выпал телефон. Как сможете быстро починить? Дисплей. Ну за 3 часа давай. Вот так. Все. Ну, теперь остается только ждать. Может быть, все-таки наконец-таки повезет и нам кто-нибудь даже премию какую-нибудь даст. Или там, я не знаю, больше денег заплатит. А то они что-то вечно как-то это... То хотят платить, то не хотят платить. То нас засирают просто, судя по отзывам. Тут прям вообще... Обобрали как липку, зато быстро починили. Ну, это вообще весело. Держите. Спасибо. Все, починим. Так.
Ремонт, доступ. Давайте посмотрим. Решаем на собеседование. Ты когда придешь? Нихуя себе качок. Ага. Ага, ну, интересно у нее тут зрелище, конечно. Ну, а дождь это красиво все-таки. Ну, вот это, конечно, новость, это пиздец. Рик Фолстейн. Здоров. У меня на носу большой репортаж про мотогонки. Камера на телефоне отказывается снимать. Сделай, чтобы было четко и недорого тоже. Я тебе за 3 часа сделаю за среднюю цену. Договорились? Потому что раз тебе нужна камера, то это единственный вариант. Так, поставили новое стекло, я тороплюсь. Держи. Удачки. Ребята молодцы. Вот хорошая оценка, вот это я понимаю. Все бы вот так ставили бы хорошие просто нам оценки. То обобрали как липку, вполне довольны, экран поменяли. Но вот сам сервис дорого, но четко. Сборище полудурков. А мне норм 3 звезды из-за того, что подскользнулся на крыльце. Да что с крыльцом этим не так, блять, я не понимаю. Я не могу никак повлиять на это крыльцо. Какой сейф интересный. Здорово. Ночевые. Ну, держи. Так, давай посмотрим. С мишкой. Какой-то черепок. Ну и просто фотография. Какая-то странная штука. Не знаю, зачем это кликать. Ну ладно, допустим. Интересно, успеть забрать телефон или нет? В теории вроде должны. Василенко, горе-чайка. Добрый вечер. У меня остался телефон мужа. Мне он не нужен, я не умею таким пользоваться. Сколько за него можно выручить? Мне вообще деньги не помешали. Данный телефон зарегистрирован на мужчину. Музыка тоже тратит электроэнергию. Телефон сильно потрепан, но можно извлечь 3 детали. Ну давай, выкупим. Давай посмотрим, что там на нем вообще. На нем ничего и нету, слушайте. Его надо чинить и смотреть, я так понимаю. Здоров, ты починил камеру, готово? Да забирай. Все. Удачи, чел. Среднячок, но если больше некуда пойти, то сойдет. Тут какие-то оценки прям вот мне вообще не нравятся. Можно как-то их это удалить? Я хочу хорошие оценки, а мне эти не нравятся. День пролетел. Ну, завершаем день. Так, надо там узнать, что там с девкой, которой мы ходили гулять. Аллергия на цветы, блядь. Пиздец, конечно. Вот это мы вообще обосрались. Пойдем хоть в больницу проверим. Мы отправлялись в местный госпиталь. Нужно купить для Луны в качестве извинений. Точно не апельсины. Я думаю, мы ее так аллергии добьем. Давайте хоть плюшевого медвежонка. Оказалось, что Луна уже выписывает, и вы проводили ее до дома. Ей очень понравилась мишка, которую вы принесли. Ура, блядь. Мы хоть что-то хорошо сделали. К сожалению, мы вынуждены сообщить о проблемах с поставкой запасных частей для телефона. Приносим извинения за доставленные неудобства. Ага, вот оно как. Ну давай починим вот этого качку. Ладно, его хотя бы починить можем. Понятно, ну тут чисто развлечение у него. Ага, теперь у нас девушка появилась. Замечательно, ебать ты быстрый. Как починил, лучше бы починил. Все, удачи, чел. Ага, вот доставка. Ну тут весело, пальмы. Всякая херня. Привет, не приходил к тебе сегодня рыжая бестия? Это моя жена. Если явится, мне нужны кое-какие сведения за ее телефон. Я хорошо заплачу. Ты подумай, я напишу тебе на почту подробно. Так, какая-то рыжая. Ну, запомним, давайте попробуем, посмотрим, может быть, опа. А вот и она, походу. Безнадежно. Здравствуйте. Мою доченьку похитили, остался только ее телефон на месте похищения. Может, она успела сделать фото? Почините, пожалуйста, деньги не проблема. Главное, быстрее, нужно извлечь данные. Так, и что с ним? Дисплей сломан. Слушай, давай за 3 часа. Раз такая ситуация, как бы... За час давай. Нас чинить-то, потому что нечем. Новое сообщение. От кого? Полиция. Отражает, вы можете помочь в поисках информации с телефоном? Пожалуйста, не медлите.
Мы же, наверное, на стадии. Она хочет забрать половину моего имущества. Я подозреваю ее в измене. Мне нужны доказательства в виде сообщений или фото. Я за информацию, я заплачу. Угу. Ну, пока что у нас нет ничего такого. Остается только ждать. Короче, смотрим все телефоны сегодня, которые там будут попадаться. Если что, как бы это. Рэйчел Лукс. Привет, сосед. Почини телефончик, камера барахлит. Сможешь сегодня? Так, ну 3 часа давай. Нижняя же плата, да? Заменить деталь. Камера у нее барахлит. Привет, вот распишитесь. Ага, спасибо. Все, отдавай деталь. Так, смотрим. Что за женщина ходит за тобой целый день? Ага, отправить. Все. Может быть, спасем жизнь. Тут больше ничего нет. Какие-то хлопья, блядь. Что ж, остается только ждать дальше. Может быть, еще кто придет. А что у нас проблема с доставкой? А, у нас на эску мы починить сегодня не сможем, понятно. На эску у нас только получается нижняя плата, дисплей и динамик. Угу, давай ремонт. Тут ничего интересного. Все, прочекали. Ничего полезного, интересного не оказалось среди телефонов, которые у нас сейчас имеются, но может быть что-то другое придет. Ёпа мать. Алекса Барнс, привет. Эй, ты куда пялишься? Да на лицо твое. Глаза смотри. В телефоне перестала работать вибрация. Нужно починить до вечера. Давай 3 часа. Нижняя плата. Нижняя плата. Давай, заказать. Заказ принят. Все, остальное больше ничего здесь нет. Какой-то ребенок, лебедь, блядь. А, это которого похитили, если я правильно понял. Да, ну и жизнь, конечно. Вот чего-чего, такого я не ждал. О, это та девка, которой надо было это посмотреть за изменой. Сломал телефон в ревности, можете починить, вернусь к вечеру. Так, модель М, нижняя плата. 3 часа. Модель М, нижняя плата. Модель М, нижняя плата. Заказать. Все, готово. Так, курьер Владислав, здравствуйте. Ну, привет, добрался, знаю. Помочь только в радость. Пожалуйста, челик. Так, ремонт, доступ. Угу, тут ничего нет интересного. Приветики, я обрабатываю свои растения, и химикаты попали на крышечку телефона. Это же недорого у вас. Сейчас посмотрим. Основная плата 220. Ну вот, 3 часа, основная плата. Так, основная плата. Все, вот так. Хорошо, приняли заказ. Шалом, моя жена купала детей, уронила нам. А нам нужно быть с ней на связи, особенно когда я на работу. Посмотрите, что можно сделать или лучше новый купить. Давай проверим, мужик. Давай 3 часа дисплей принесу. Тоже вот так заказать. Все, отлично. Блять, у нас деньги куда-то деваются, просто в космос уходят. Так, все. Удачки. А, это из-за того, что мы телефонов до хера заказывали, в принципе, неудивительно. Так, здравствуйте. Мне необходимо сдать учебный план, а телефон не работает. Я не представляю, как мне быть. Можете, я заплачу любые деньги. Так, нижняя плата в наличии 0. Давай 3 часа заемку. Так, нижняя плата. Нижняя плата же, да, у нее сломалась, если я правильно понял. Глория, нижняя плата. Так, за 400 нижняя плата. Заказать, все. Давай, спасибо за заказ. Ремонт, доступ. Проверяем. Так, спасибо за помощь, перевел вознаграждение. Давай сразу подожди, я еще тут проверю. А,
А все больше ему не надо. Там что еще она обсуждала с ним? Ага, что вот она ему изменяет на деле. Понятно. Так, спасибо. Спасибо. Все. Все забрали, все замечательно. Ремонт, доступ. Давай проверяем, чекаем. Пицца какая-то, блядь. Еще что-то здесь. Ёпта, курьеров столько быстро пришло сразу. Все, на чай получай. Ремонт, доступ. Ага, здесь у нее ничего интересного нет. Это мы уже убедились. А, может быть, здесь что-то мы увидим интересного. Давайте посмотрим фотографии. Ну, в принципе, они тут повторяться опять начали. Все, вроде как. Банк за электроэнергию заплатим сразу, не будем тянуть. Так, ну все, как бы это мы убираем. Это мы убираем, это мы убираем. Сообщения у нас кончились. Что по новостям? Рождается проблема с поставкой запчастей из-за инцидента на складе. Блять, вот этот чел сжег. Ну что там, есть результаты? Держи. Вибрирует, значит, хорошо. Ну да, если вибрирует, это всегда хорошо. Так, мужик пришел. Готов ли телефон? Да. Забирай. От души, брат. Все. Так, это со своим фикусом, бля, припиздило. Можно забрать. Да, забирай. Так, здравствуйте еще раз. Телефончик ожил. Да, тоже забирай. Все. Нормально. Всех сегодня прямо обслужили. Все по красоте. Так, Глория. Так, ну тут учительница, лучше пробьем, блядь, от греха подальше. Че, все? До закрытия больше никто не придет? У нас осталось два телефона. Угу, тут это Розалинда, которую похитили. О, блядь, Наруто пришел. Пацуртова с Михаки. Че, пацаны, аниме? А че нет? Где тут косплей вечеринка? Сорян, двери ошибся. Техника я исчезающего шиноби. Блять, ну и пиздец, конечно. Ну ладно, по крайней мере, он хотя бы попытался исчезнуть. Ну все, закрываемся. День мы завершаем. Че, мы в плюс хотя бы вышли вообще? Да, в плюс все-таки вышли небольшой. Так, сейчас, секунду. Так, итак, получается, мы с вами заработали, снова повторюсь, 1577. Прибыль у нас есть. Давайте позвоним нашей, получается... А, мы не можем девушке позвонить. Ну, тогда в новый день. Новое сообщение. Добрый день, напоминаю, что сегодня день оплаты аренды, подготовьте к моему приходу. Привет, если к тебе зайдет Аманда, можешь посмотреть у нее телефончик сестры? Ее зовут Светик, очень сочная дамочка. Хорошо, будем знать. День оплаты у нас. Угу. На аренду нового помещения у нас пока не хватает. Ёпа мать, Лоренс Макданс. Отлично, у вас тут музычка. Я выронил телефон из кармана, и теперь кроме классики ничего не играет. Сможешь починить? Да в принципе смогу. Давай до завтра его оставим. Ты хочешь, чтобы тут у меня борода выросла? Ну и пошел в жопу, блять. Не нравится ему. Это пиздец, наглость какая-то уже, честно говоря. Ух, вернуть бы времена старого доброго ультра насилия, я бы тебя научил сервису. Пиздец, я в шоке с людей, конечно. Задержан подозреваем по делу двойного убийства. Им оказался муж одной из жертв. Нихуя себе, соучастник. Отправить данные мужу Ванессы. Он жену ёбнул, нихуя себе, блять. Зря мы ему помогли. Ёб твою мать. Ничего, у меня тут печалька случилась. Эта одежда для косплея такая неудобна, телефон выпал. Вот погляди, стекло ужасно выглядит. Пиздец, из-за нас мужик, короче, поубивал людей. Не, ну в принципе он сам как бы долбоёб, блять. Мы откуда знали? Он говорил нам, что доказать хочет, чтобы она это, нас не получила половину, вот так скажем, имущества. Одно дело, если бы он там, блять, сказал, что у него, я не знаю... Пиздец какой-то произошел. Ванесса готов. Ну, Ванесса, очевидно, уже не придет, блять. Поэтому лучше разберем его от греха подальше. Задняя панель.
Вероника Вайцбен. Хай, мне бы телефончик починить. Мне устроим концерт для большой звезды, а телефон вчера на репетиции придавил. Сможете починить? Мне он сегодня нужен. 3 часа и будет готово. А, даже час давай. Сейчас его починим. Давай проверим. Big Star. Какой-то странный тип. Ну, ничего, короче, непонятно пока что. Возможно, этот тип какой-то, наверное, прям супер важный. Курьер Александр. Ну, привет, добрался полчаса. Не знаю, ты не жадный человек. Вы заколебали с меня клянчить? Идите в жопу, блядь. Я и так плачу вам за доставку, вы мне еще тут... дай мне денежек, я тут это торопился, блядь. Да пошел ты нахуй, ёпта. Почему я должен вообще тебе доплачивать за то, что ты там что-то куда-то торопился? Это твоя работа в первую очередь, блядь. Одно дело, если бы там просто он, я не знаю, за 15 минут прилетел и сказал, вот бабки он, типа. Так, говорит, это гаджетсон, привет, погляди, какая штука. Я бы хотел ее проапгрейдить, я уже разобрал, начинал паять, и тут включили свет. Короче, меня не свезло, может спасти? И что у тебя с ним? Основная это плата. Ну, короче, 3 часа, ну и ты заломил, как будто не в курсе, сколько это стоит. Ну и все, пиздуй тогда, сама делай, блядь. Слава Грейс. Привет, у меня проблемка с телефоном. Вдруг перестал заряжаться. Прямо сам. И батарейка теперь держит всего 2 недели вместо 3. Это просто невыносимо. И ремонт не будет слишком дорогим, учитывая, что это простой телефон. Не будет, завтра приходи. Я не могу так долго ждать. А хули ты хотел, чтобы я тебе, блядь, экспресс-доставку заказал? Еще и дешево, типа. Пошли в жопу, блядь, вообще. Я не понимаю таких людей, нахуй. Че за охуевание? Это снова я. Держи, ёпта. Все, починили тебе, до свидания. Ух, пиздец, я в шоке с людей. Проверяли новости сегодня, к сожалению. Ура, ты лучше. Все, давай, пока да. Надо хоть раз через раз, блядь, пробивать. Так. Розалинда безнадежна. Вы спасли ее. Ее похитил мой бывший муж, теперь его будут судить. Все, удачи вам. Быстро отремонтировали. Привет, старина, это я, Нед. Ты что, не узнал меня? Мы учились в одной школе. Угадай, кем я теперь работаю. Предлагаю застраховать твою жизнь, машину и дом. За 1000 мы избавим тебя от всех проблем. Мне, чел, пошел ты нахер. Я тебя первый раз вижу, блядь. Этот, блядь, дундук наш, который нам в аренду сдает хату. Где он тут вообще, непонятно. Покупка инструментов. Покупка лицензии. Аренда помещения. Для мечты мне необходимо. Милана? Здравствуйте, у меня сломался телефон. А мне через час выступать на детском утреннике. Мне нужно срочно починить. Прошу, помогите. Так, ну давай час. За час сделаю. Базару ноль вообще. Посмотрим, что у тебя тут. Нихуя себе у тебя выступление. Ну, тогда понятно, почему ты где и ты выступаешь. Но это явно не детский утренник. Тут как-то детским утренником не пахнет. Да, тут шоколадки, конечно, есть. Но это явно не детский утренник. А, пришел, блядь. Нихао, блядь. Знаешь, цены очень дешево тебе сдают. Завтрашнего дня 300 за день. Ну ты пиздец, блядь. Буду ждать не могу. Ага, все, давай. Сука, этот старый хрыщ пиздец нас на бабки греет, я смотрю. А, пиздец, у меня просто слов вообще нет с него. Да, моя девушка. А почему у нас больше с ней взаимодействия типа нету? Все из-за того, что я ее отравил, типа? Офицер. Добрый вечер, вы слышали? Вчера вечером были убиты 2 любовника. Мы ищем человека, который позволил этому случиться. Он отправил информацию мужу одной из жертв. Позвольте проверить телефоны, которые у вас. Ага, не зря я его разобрал, блядь. Сука, жопой чил, что надо его разобрать, блядь. Иначе могло быть что-то плохое. Да, блядь. Ну это, конечно, отстой. Ёп, ты кто? Рэмпет Фуриков. Понятно, Фури. Я вот их соседей работаю для магазина для животных. Заходи, закорм для своего питомца. Но я пойду работать. Ну нахуй ты ко мне припиздил вообще? Типа, ну, блядь, работай. Мне-то какое-то тебе дело. Все, день завершаем. Короче, нам надо явно бабки откладывать на свой этот уже аренду своего места.
И как бы на остальные всякие шплюшки. Сказать вывеску. Внутренние купюры. Так, ну я думаю, к другой какой-то женщине мы не пойдем, потому что иначе это обернется в пиздец. К сожалению, вынуждены сообщить, каких в этот раз. Ёпа-мать, основных плат нет. Бляха. Это плохо. Это довольно плохо. Получается, все ремонты с основными платами надо откладывать до завтра. А, я как отложу-то, блять. Получается, там же все равно доставку надо будет оформлять сразу же. В состав хоккейных команд только официально включены стоматологи. О, бонжур. Вы месье, чините телефон, надо заменить детальку. По-любому основная плата, блять. А, нет. Так, ну пока ты пьешь, у тебя 3 часа есть. А заднюю панель я тебе закажу. Подожди, это на какой? Эска же, да? Да, эска, все. Заднюю панель за час. Пока винишко попьешь, там этот бомжур, блядь, и тебе просто уже это... Починим телефончик по-бырому. О! Ёпт, нихуя ты реактивный. Все, пожалуйста. Че у тебя тут? Ля, какой багет вкусный, посмотрите. Круассаны. Пейзажи, вино. Спасибо за заказ. Банк, электронные документы, приложение. Флиртфиаско.лог. Поздравляем вас от совпадения, блять. Ну и стрэнг, конечно, ладно, допустим. Ну, может быть, реально совпал. Йо, Ванда Мунг. Привет, я по поручению шефа, он просто в бешенстве. Надо срочно починить телефон. Ванда Мунг, блять. За 3 часа, модель эска. Невозможно долго. Ну и пошел в жопу, блядь. Бомжор. Меня предстоит неудача. С работы уволили. Девушка забеременела. И телефон сломался. Не знаю, как мне все это пережить. Ну, чел, давай я тебе закажу. За 3 часа тебе привезут. Бывают ситуации, проблем. Ну, конечно, плюса у нас это вообще никакого, блядь. Ну, что поделать. Ладно, поможем мужику, типа... Мне кажется, потому что если бы ему высокую цену дали, там в новостях бы еще какой-нибудь заголовок, я думаю, появился бы, но это было бы вообще не очень. Распишитесь, все, спасибо. Ремонт, доступ. Фотограф. Ну, понятно. Ничего интересного в этом телефоне нет. О, пришел. Все, удачки. Не знаю, что такое сервис, все норм. А, блять, если как я должен знать, сделать вам сервис, блин, за копейки, ебаные, вы сами-то понимаете? О, опять она. Приветики, я сегодня иду на концерт, и камера сломалась. За 3 часа сделаю исправно модель М. И мне тогда не хватит на билет. Ну и все, и шлепай тогда, блять. Без камеры обойдешься. Глазами посмотри. Ты на концерт идешь глазами смотрите, а не камерой. Все, держи. По факту мы этот телефон сделали бесплатно, блин. То есть я заплатил за экран, за что там, панельку или камеру, блядь, сотку. Я заплатил за доставку. И я вообще в плюсе не остался по факту. Я просто мужику бесплатно телефон починил, блядь. Ёб твою мать. Великий Альфонсо. Абракадабра. Благодаря судьбу, юноша, сам великий Альфонс посетил это унылое место. У моего телефона камера не работает. Теперь я не могу присваивать фокусы коллег. Ой, я не могу фиксировать ошибки. Тебе выпал шанс. Выпал шанс тебе нагреть, я так думаю. Неисправна камера. 3 часа, давай. Так, то он что, оставил, я надеюсь? Блять, попасть не могу. Камера, М-ка. М-ка, камера. Камера. Где камера? Вот она, камера. Все. Ну, ждем. Рубильником управлять даже можно. Нихуя себе. Билди угол. А зло швырнул об стену. Мне прислали, нужно делать хорошо, быстро, и получишь денежки. Цена ремонта, задняя панель. За час. Мужик, час дай. Готово будет. Нихуя у него тут фотографии, конечно.
привет, я немного приболел. Будет сложно, на-на-на-на. Так, курьер, спасибо. Давай посмотрим, что у нас здесь. Я помню этот видос, он раньше по YouTube гулял. Привет, Растяп, ты думал, я не замечу, что ты воруешь фокусы, ты за это ответишь. Ага. Слушай, ты вчера делал фокус с кроликом и вместо него вытащил шляпы мои носки, они мне нужны. Ну, тут больше ничего интересного нет. Эх, вот они, блядь, фокусы вам цыганские всякие. Или не цыганские. Привет, я успел? Да успел, успел. Все, давай. Удачи тебе. 3000 стоит, блядь. Инструментов нам не хватает. Вуаля. Готов, смотри, фокус. Я не оплатил налог. Я осуждаю такое в любом случае. Но в целях игры и просто юмора, почему бы и нет. Жанет Волкова. Блять, это же из Baldur's Gate. Ну, привет. Там стоят собак на улице. Можно я тут постой, пока они не убежали? Кто-нибудь в этом городе следит за их популяцией? Уж очень много их стало. Наверное, мне нужно переехать в другое место. О, они убежали, спасибо тебе. Кинофобия — это боязнь собак, а не кинотеатров. Буду знать. Я вот, например, об этом не знал. День полетел, а пролетел, пора заканчивать смену. Ну все, заканчиваем. Так, заработок, траты, прочее. Плюс у нас хотя бы есть. Что ж, думаю, на сегодня, в принципе, с вами закончим с игрой. Было весело. Поэтому, если вам понравилось видео, не пожалейте, поставьте лайк. А если в дальнейшем будете смотреть мои видосы, можете подписаться. Всем до новых встреч, всем пока.